Вот и наступил тот самый день, когда мы узнаем, кто сильней. Автобус-пожиратель против поезда-пожирателя. С нами здесь Хаги-Ваги Мисси и ее парень Хаги-Ваги. Они, им уже не терпится всех сожрать. Также охраняют сегодня наше шоу из игры в кальмара в охранники. И здесь куча тачек, которые мы проверим их на прочность, а наши оружки мы потестим. Потому что перед этим событием, перед этим мега-супербоем нужно подготовиться. А что, если они не захотят сражаться друг против друга, а захотят... Кстати, почему он маленький, да, автобус? Потому что, ребята, мама и папа на работе. Сыночек автобус решил сразиться. И, в общем, я объясню вам, почему он маленький. Потому что это не огромный, ни мама, ни папа. А вот этот пожиратель просто громадный. Он, ребята, сегодня пришел. Он сегодня не работает. А значит, что он сегодня сразится. Давайте перед боем проверим мои оружки. Пушки, чтобы мы могли, если что, ребята, остановить. Остановить этот бой. Давайте перед оружками, пушками я вам кое-что покажу. Мега-супер исследование этих монстров. Ну что, смотрите внимательно. В общем, пожиратель автобус отказался. Отказался быть в этом, значит, исследовании на прочность. Но пришли все хаги. Мы взяли обычный автобус, и сейчас мы его раздавим. Кстати, я котик. Я котик. Так, и я сел на мотик. И давайте начинаем наше исследование автобуса. Давай, 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 ребята. Смотрите, его абсолютно ничего не происходит. Этим автобусом. Ну что, ребята, автобус отказался. Отказался проверяться в этом исследовании на прочность. Ну ничего, к нам пришли хаги, и мы разберемся. Разберемся все-таки перед сражением, готов ли поезд-пожиратель к такому серьезному бою. Ведь будет мощность, ребята, на все 100, поэтому нужно проверить, насколько он прочный. Вроде бы не очень-то прочно выглядит-то. Из какой-то красной, не знаю, из какой-то красного пластилина. Давайте проверим этот пластилин на прочность. Нажимаем на кнопку, и наш пресс его начинает сжимать. Ничего себе, посмотрите, его просто сейчас раздавит в замяточку. Вау, ребята, но все, его раздавило в смятку. То есть, если будет сильный бой, то он может проиграть. Его может тут также раздавить легко поезда-пожирателя автобус. Ну что, отправляемся в следующее, ребята. Или давайте засунем что-нибудь еще поинтереснее сюда, да? Ладно, перед боем немножко развлечения. Засуну сюда тачку. Смотрите, хаги, сейчас будет мега-супер-мощь. Оп, смотрите, это, кстати, тачка самая интересная взрывается. Смотрите, что тебе... Ничего себе, дымок. Прям ветерок. Ну что, ребят, отправляемся в следующее, значит, исследование наших монстров. Мега-супер-исследование наших монстров — это Шреддер! Поезд-пожиратель против автобуса-пожирателя. Хаги будут охранять, чтобы никто не сбежал с места исследования наших монстров. Ну что, ребята, вы не посмотрите на автобус. Лапки он свои спрятал внутрь. Ну, Шреддер, эти лапки от... Когда мы закинем автобус в Шреддер, лапки вылезли. Так, здесь всякие вагоны. Давайте вот этот первый вагон я вам покажу, что Шреддер реально мощь. Смотрите, что он делает со здоровенным вагоном. Он его просто жует, посмотрите. Жует его в смяточку. Вообще кошмар. Ребят, смотрите, что делает. Смотрите, что сделал с вагоном. Опа, 1-1. Короче, ну и автобусы тоже он жрет мощно, смотрите. Вау, ничего себе, давайте, где лапы этого пожирателя автобуса? Ну, автобус, показывай свои лапы, ребята, он не хочет, он терпит, гусеница какая-то, гусеница, давай, вали отсюда, короче. Что такое? О, ты что сделал, ничего себе, давайте, короче, пожирателя. Оп, засовываем Шреддер пожирателя, аккуратно, ребята, мы можем очень сильно нарваться на него. Так, давайте его очень аккуратно, не хочет он туда идти. Опа, все. Все, ребята, сосиска в тесте готовится. Просто жарит. Смотрите, там что летит просто. Он его трет как терочку. Все, растер. Ребята, ничего себе, давайте. Этот мы вагон уже сували. Так, какой? Вот вагон. Это все, что от него осталось. Е-мое, один вагон взорвался. Это получается тот вагон, ребята, который...
Вау, ничего себе, там взрывы просто нереальные. Ну что, давайте, проверка. Ничего себе, в сметочку вагончик. Давайте эти автобусы тоже сюда засовываем. Опа, опа, опа. Интересно, что будет, ребята. Короче, так кто победил-то в этом исследовании? Но мы здесь не смотрим, кто победил. Мы здесь чисто трем в шредере монстров. И смотрим, это, кстати, автобус вообще никак. Ну что, Хаги, никто не убежал за территорию? Ну вон, вижу, там немного вагончик, но ему уже крышка настала. Ладно, убираем, ребята. Ну что, отправляемся на главный поединок, и мы узнаем, кто же сильнее. Поезд-пожиратель против автобуса-пожирателя. Ну что, погнали. Это было мега-исследование монстров. Ну, мини-исследование монстров. И мы возвращаемся к нашему поединку. Сейчас я вам покажу перед боем несколько своих оружек. Они мне помогут остановить бой в случае, если все пойдет не по плану. В общем, первая оружка. Метеориты. Давайте, покажите, как это происходит. Ничего себе! Ой-ой-ой-ой-ой! Да, что-то переборщил я, ребят. Что-то переборщил. Все тачки загубил. Ё-моё! Метеорит, все, остановись! Остановись! О, нет! Ё-моё, я загубил все шоу. Ладно, ребят, ждем, пока метеорит остановится. Тут еще машины, конечно, некоторые остались живы. Ну, ребята, это было недоразумение. Охрана восстановлена. Этот восстановлен, так как старый прикончился. Короче, ребята, все. Продолжаем изучать мои оружки. Так, второе оружко. Вау! Ничего себе, как тачки-то взрывает. А вроде бы пули непробиваемые машины. Ага, пули непробиваемые. Конечно, никто не пострадал. Никто не пострадал. Наш герой. Автобус не пострадал, охрана не пострадала. Все нормально. Проверяем оружки дальше. Перед боем скоро уже начнется. Считанные секунды остаются. Следующая оружка. Вот такая оружка. Попкорн. Оп. А ну-ка, оп. Это все, что ли? Ну-ка, что может он? Оба, оба, оба. Только сыпать. Короче, фигня полная. Следующая оружка. Вот такое вот попкорное оружие. Вау! Ребята, кто хочет попкорна? Ловите! Я вам кидаю его! Ловите, 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 ловите быстрее! Нет, не поймали? Не поймали? Ну ладно. Лови! Проверочка следующего оружия. Ну-ка, колёсико пододвинься. Опа! Ничего себе, ребят, смотри, какое оружие. Вау! Ничего себе! Короче, наверное, его я оставлю. Мега-супер оружие. Ну-ка, насколько оно сильнее. Вау! Тачку Влада А4 прикончили. Короче, оставим несколько машинок-то, я думаю, потому что, если что, уезжать-то на какой-то я буду. Попробуем вот это оружие. Замораживатель. Ну-ка, как он замораживает? Нет. Он, видимо, тачки не замораживает. Извини, чувачок, я на тебе попробую, ладно? Это, на тебе. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Опа, заморозили чувака. Ничего себе, ребят, смотрите. Можно замораживать просто чуваков. А это вот Хаги, Мисси, можно заморозить? Давай, еще немного, ребят. Короче, нет, по-моему, нельзя заморозить Мисси. Она очень мощная. Очень мощная. Главное не заморозить нашего главного героя сегодня. Кстати, могу сразу троих заморозить, смотрите. И опа! Как стоял с ножкой, так и стоит. Ладно, давайте, короче, начинаем бой, наверное, да, ребята? Потому что уже слишком долго мы тянем. Давайте я возьму вот эту тачку. Вот эту тачку, она мне очень нравится. Я возьму вот эту тачку, туда пригоню ее, если что. Мне угонять, ё-моё, давайте быстрее. Так, вот сюда я ее припаркую, и мы начинаем бой, ребята. Вот сюда вот ставлю. Ну что, готовы, ребята? Ну что, пишите в комментариях, кто на самом деле-то, за кого вы болеете? За вот этого вот маленького малыша автобуса-пожирателя? Или будем называть команда Хаги. Синие. Синие голосуют за автобуса-пожирателя. И розовые за команду Мисси голосуют за поезда-пожирателя. Я близко подходить не буду, такой запашок не очень. Короче, ну что, все, начинается мегабой. Я буду на стороне синих, короче, но мне здесь лучше стоится. Так, и начинаем, короче. Давайте, ребята, 3, 2, напиши скорее в комментариях, за кого ты болеешь. И бой начинается. Погнали, ребята, ничего себе, что происходит. Опа, Мисси сожрала поезда-пожирателя. И принялась за этого чувака. А теперь они друг с другом дерутся. Это что за бой? Ребята! Какой кошмар! Что происходит? Это что такое?
Что происходит? Вот это да, ребята, короче, кто победил-то? Всех прикончили! А эти замороженные, ё-моё, надо этих замораживать, чуваков. Что за фигня, ребята? Посмотрите, автобус просто в воздухе висит. Еще раз замораживаем, пока не заморозим. Вот стойте, короче, ребята, ничего себе. Посмотрите, просто на них ничего не действует. Будем замораживать, пока не заморозим. Короче, Хаги, стой. Ребята, они уничтожили просто поезда пожирателя. И уничтожили того чувака. Что делать-то будем? Кто победил-то, я так и не понял. Нужны оружки помощнее. Опа, ну все, готовься, сейчас я тебе покажу. Вау, вот это оружие. И все равно и ничего, ребят, посмотрите. Это просто мега супер оружие. Миссия превратилась в огненного Хаги. Короче, ребята, кто победил, я не знаю. Они неубиваемые. А вот эти чуваки убиваемые. Не вижу ничего. Фу-фу-фу. Куда? Все, от них ничего не осталось. А от них почему все остается? Ё-моё, да когда ж вы уничтожитесь? Сколько у вас ХП вообще, ребят, непонятно. Короче, что делать? Что делать? Давайте на моей тачке проверим. Ой, ой. Моя машина! Все в огне. Все в огне. Все, вызываем еще поездов пожирателей. Ну что, надеюсь, нормально столько поездов пожирателей. Сейчас-то хотя бы проверим, кто сильнее, поезды пожиратели или Хаги. Давайте, ребята, начнем. Спрячемся где-нибудь в безопасном месте. Вот здесь, за тачкой Влада 4 спрячусь. Ну что, начинаем. Так, они побежали. Ой, дым, ничего не вижу. Опа, жрут, что-то приседает она. Опа, убили. Они, ребята, Хаги, а? Хаги, а где Хаги? Все, ребята, ничего себе. Да, в принципе, я думал, что Хаги сильные. Посмотрите, сколько их здесь. Этот один горит. Ну что, вызываем пауков, что ли, ребята? Давайте вызываем поезд этих автобусов-пожирателей. О, вот это монстры, ребят. Смотрите, какие пауки. В общем, автобусы отказались и пришли пауки. Еще вот такой дружок, значит. И против просто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Против 7 поездов-пожирателей. Кто кого, как думаете? Я не знаю, давайте смотрим этот мега-бой вот отсюда, чтобы было все видно, все честно. Погнали! Так, они погнали, ребята, жрут пауков. Ничего себе, какая красота. Вот это да, посмотрите. Они сожрали пауков, теперь начинают жрать этого жука. Жук пропал. Ребята, короче, получается, что пожиратели сильнее всех. Ха, каких монстров можно еще позвать, чтобы проверить? Давайте вызовем всех цветных Хаги. И тогда мы проверим, кто же круче. Ну что, ребята, Хаги вызваны. Они окружены поездом пожирать. Эти чуваки все так заморожены. Никак они нам не помогли. И мы снова отправляемся на безопасное расстояние. Во, отлично. И посмотрим, кто ж кого. Кто ж кого сильнее. Ну что, запускайте бой. Смотрим. Ребята, я не знаю, в какую сторону смотреть. Давайте туда. О, Хаги сожрали и бегут туда, ребята. К поезду пожирателей. Ничего себе, поезду пожирателей осталось всего 2. Хаги сожрали всех. Причем они все остались. А пожирателей нет ни одного. Ничего себе, Хаги все-таки самый сильный монстр считается, ребята. Вот это да, я, короче, пошел отсюда. Я пошел отсюда, ставьте лайк, я бегу!